Они возле подъездов там ложили какую-то ерунду. В это, в изоленте. Позвали их, спросили, что делать. Они сказали, что у нас это не касается. Мы решили их задержать. Мы их задержали, отвезли в полицию. А почему произошла драка? Потому что один ножом порезал нашего друга, а второй хотел тоже порезать, но не успел. Мы палкой его ударили. У одного был нож, а у другого канцелярское вот это лезвие. Вот у которого было канцелярское лезвие, он порезал одного нашего друга. Но мы заявление не стали писать. Мы их сами его задержали. Ну, как видели, его побили.